Россияне рассказали, сколько хотят получать на пенсии, сообщает информагентство «Толк» со ссылкой на российскую газету. Как выяснилось, сумма дохода, которая удовлетворила бы людей на заслуженном отдыхе, составляет 37 тысяч рублей. Примечательно, что у мужчин запросы выше, они хотели бы получать на 3 тысячи больше, чем женщины, то есть 39 тысяч рублей. При этом треть опрошенных основным источником дохода на пенсии назвала работу и подработку. Форум инвалидов по зрению стартовал в педуниверситете наук Ограда, пишет бийский рабочий. Проблемы слабовидящих будут обсуждать в течение 2 дней. Также в ходе форума пройдут соревнования инклюзивных команд. Участников ждут состязания в нескольких дисциплинах. Среди них домоводство, ориентировка в пространстве, шрифт Брайля и спортивные игры. Также молодежи представят современные формы досуга незрячих. Виктор Томенко обсудил программу празднования 90-летия Василия Шукшина с его дочерью, актрисой Марией Шукшиной, информирует «Комсомольская правда. Барнаул». События, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в июле 2019 года. Не исключено, что зрителям покажут спектакль «Калина Красная», главные роли в котором исполняют Мария Шукшина и Андрей Мерзликин. Призывники из Алтайского края отправляются на места службы, пишет московский комсомолец «Барнаул». В регионе осенняя призывная кампания началась 1 октября и завершится 31 декабря. Уже 24-25 октября первые новобранцы отправляются в армию. Молодых ребят ждет служба в сухопутных войсках и ВДВ. Местом их дислокации станет Дальневосточный и Южный федеральный округа. А 15 ноября 15 человек отправляются в Москву в президентский полк. Жители края смогут прикоснуться к прошлому, сообщает Рубцовск.Инфо. 30 октября в Государственном архиве региона откроют выставку документов «В ходе следствия обнаружены». Экспозиция посвящена Дню памяти жертв политических репрессий. На выставке можно будет изучить свыше 150 документов и материалов из личных дел граждан, которых в 1930-е годы обвинили в совершении контрреволюционных преступлений.